Yenidən salam olsun sizlərə, əziz uşaqlar. Bu gün biz sizin 6-cı sinif üçün Ümumi Dünya Tarixi dərsliyinə başa vururuq. Əgər sizlərdən kimsə əvvəlki iki verilişimizi nəzərdən qaçırdıbsa, buyurun, baxa bilərsiniz. Сегодня мы завершаем расшифровку тайных и откровенных фальсификаций учебника ⁇ Всеобщая история ⁇ за шестой класс для русскоязычных школ Азербайджана. И нам осталось только пройтись по э, двум последним частям. Это древняя Греция и древний Рим. По одной и другой частям фальсификации выявлено немного, так как темы достаточно стандартны, идентичны учебникам других стран и, в частности, постсоветского пространства. Примечательно, что Академия наук Азербайджана не пощадила даже братскую Турцию, выставив на ее современные территории греческие полисы царства. Впрочем, сама Турция этого тоже не скрывает и не стесняется своего прошлого. Не скрывает о том, как на землях Греции, Армении, Грузии, Понта, Фракии оказались тюркские племена. В Азербайджане же на современной азербайджанской территории такую историю о себе самих не хотят распространять, но об этом мы поговорим, когда будем рассматривать историю Азербайджана. А пока всеобщая история. Итак, в главе ⁇ Древняя Греция ⁇ есть такая цитата, о которой я тоже говорил в первом уроке, но в учебнике Азербайджана она более чем абсурдна. Читаем. История Геродота является одним из ценнейших источников для изучения древней истории Греции, Передней Азии и Египта, в том числе и Азербайджана. Геродота и сегодня продолжают называть отцом истории. Как видите, я не обманул, когда сказал в э, прошлый раз, что Геродота называют отцом истории, а его работу история царицей исторических книг. Поэтому я присоединяюсь к авторам нашего учебника, который мы интерпретируем, и прошу вас, если не почитать, то хотя бы заглянуть в нее. Единственный минус, ни Азербайджан, ни азербайджанцы, ни тюрки у Геродота не упоминаются. Авторы ваших учебников вас снова обманули полагаясь, что вы туда Геродоту не заглянете, ведь книга толстая, вот она, вот какая толстая, ведь. Но зато Геродот упоминает в этой книге и Кадусиев, они же Каспии, это предки Талышей, племена кавказских Албан, это предки Лезгин, Удин, Сахуров, Табасаранцев, Аварцев, Лакцев, Даргинцев и прочих. Также, как я уже говорил, Геродот пишет и о тех, о ком в Азербайджане замалчивают и пытаются стереть следы. Армян. Геродот пишет и об Армении, естественно, и конкретно об армянах. Описывает уклад и быт армян, сравнивая с их соседними народами. Об этом говорится в пятой книге истории Геродота Терпсихора. А в его седьмой книге «Полигемния» Геродот описывает головные уборы народов, среди которых и армянские головные уборы царей и дворян, наряду с медианскими, парфянскими, дакскими и другими головными уборами. Также он описывает и головной убор предков талышей, Каспиев и описывает не только головной убор, но и их одежду, вооружение. Примечательно еще и то, что если мы заглянем в известный немецкий средневековый справочник Стаб, он имеется и в оцифрованном виде, то в разделе "тиара" прочтем, что тиара зародилась в Армении и изначально тиары носили цари Армении, Парфии и Малой. Азии. И оттуда она распространилась среди монархов Европы. Вот как много интересного и любопытного можно узнать, если обращаться к старым источникам. А об Азербайджане, увы, ничего Геродот не говорил. И я понятия не имею, что авторы ваших учебников подразумевали, когда приплели Азербайджан рядом с именем Геродота. Что касается раздела «Древний Рим», и здесь тоже все стандартно, как обычно во всех учебниках мира э, для школьников. Только некоторые карты грешат. К примеру, на 107-й странице размещена карта восточных границ Римской империи времен Трояна. Только вот незадача. Территория э, полосатая, бело-желтая, указанная как зависимая от Римской империи, никак не обозначена. В чем же дело? Почему не подписана эта обширная территория? Может, азербайджанский художник-иллюстратор забыл подписать? Не думаю. Вот в чем дело. Вот настоящие карты и та самая территория, которая не подписана была. Граница территории один в один. И это Армения. Снова, ребята, задумайтесь, от чего так тщательно от вас прячут Армению. Видимо, потому что она есть, а Азербайджана нет. Причем Армения не только есть, но и она куда обширнее, чем сегодня, и включает в себя тот самый Арцах, который уже в новое время стал называться Карабахом. И еще часть сегодняшнего Азербайджана, и вся часть сегодняшней Армении, и львиную долю современного Востока Турции. Вот почему от вас все это скрывают. Еще раз покажу. Слева карта в вашем учебнике, справа карта, как во всех учебниках мира. Посмотрите еще раз и задайте вопрос вашим взрослым. Это очень важно, так как Армения на то время была очень активной в театре политических действий и интриг. Без нее никак. А в вашем учебнике говорится о спартаке. А кто тот самый известный писатель, писавший о Спартаке? Верно, Рафаэло Джованьоли. И даже он, когда в 1874 году писал свой известный роман «Спартак», тоже не мог не упомянуть в романе об Армении. Почитайте книгу, она будет интересна для любого возраста. Также в разделе «Культура древнего Рима» говорится о зарождении христианства. Пишется о первом веке Иисусе и его апостолах. И резкий переход на 300 лет вперед, где сказано. В 313 году император Константин разрешил христианам открыто совершать богослужения и строить храмы. Но от вас скрывают, что за 12 лет до этого, в 301 году, ваша соседняя страна, Армения, первая в мире приняла христианство в качестве государственной религии. И об этом можно прочитать где угодно и у кого угодно в самых авторитетных словарях, энциклопедиях, справочниках, рукописях ученых древнего мира. Вам нужно лишь поинтересоваться вопросом, и все станет ясно. Расшифровка тайных смыслов и фальсификации ваших учебников будет время от времени продолжаться. А этот учебник мы полностью рассмотрели за три последних выпуска. Впереди еще будут подобные выпуски. До нового 2021 года уж точно. Ну а прежде чем попрощаться, хочу назвать имена вредителей ваших голов, авторов учебника, чьи а, потасовки фактов и фальсификации мы рассматривали. Это Вяли Гусейн Углу Велиев, Ильяс Атабала Углу Бабаев и Аида Акперказы Мамедова. До новых встреч э, в эфире.